никуда не будет «Зенит» торопиться. Фрейзер против Мейкона. Армейцев, чтобы показывать ту игру, к которой привыкли в его исполнении. Трент Фрейзер тем временем. Кстати. И опять Ганкевич против Фрейзера. Фрейзер как раскручивает. Трент попадает. Для продолжить борьбу в Кубке России мы это увидим не раньше, чем после перерыва. Окончательно сможем понять. Ну и... На первые два матча, потому что команда играет перед домашней публикой. Но и все-таки нужно напомнить о том, что армейцы... Давайте даже закроем глаза на разницу общую. 16 очков отыгрывалось и не такое, тем более... принципиального соперника, ну а сейчас Нижний обыгрывает соседа по турнирной таблице и питерский «Зенит». Есть у него! Это бросок, все это прекрасно знают, но сейчас не забивает. Виталий Фридзон, скидка на Торопова, шикарная! Сергей Карасев, Фрейзер, заслон от Торопова, перевод мяча за спиной, трех упуляет, тренд. Бежал, 44-40. Фрейзер. Разменялся на Апича, резкая, очень резкая остановка. Турин в оставшиеся 2,5 минуты сейчас будет рвать и метать, в том числе и в защите. Фрейзер нашел все-таки путь к кольцу. Ноги, это сразу заметно, у Трента Фрейзера стремительный проход влево. Вот этот вот перевод между ног и трехочковый, вот кажется. Все-таки очки набрать, последние секунды четверти. Трент Фрейзер крутит тот в трансекундной зоне, бросает и... Ли они в этом нападении? Кулагин пробегает, получать нет, не получает, потому что Трент Фрейзер идет. Бежал в угол и за ним пошел Мейкон. Гениально. Не успел воспользоваться моментом, когда против него играл Милутинов. Хороший бросок. В поле поможет Клименко. И на какой скорости Фрейзер, посмотрите. Хвостова, который сейчас против Фрейзера защищается, уже 4 замечания. 3 секунды, Трент сам на лидерство. Курбанов ошибается с обратной передачи. И снова мяч в руках Трента Фрейзера. Отправляется. Минуты. Фрейзер снова играет изоляцию, 4 игрока просили мяч, и в итоге он находит. Все-таки процент реализации таких бросков довольно-таки высок. Фрейзер пошел под кольцо и забил этот мяч. Кстати, это было первое трехочковое попадание от Фрейзера. Теперь Фрейзер включается. Обе команды играли такие ограниченные ротации. Так, Фрейзер открылся. Вот мы...